Лиза, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ольга, Тимофей. Доброе утро, Петербург. Все о сегодняшней погоде расскажу вам через пару секунд. Итак, сейчас в Петербурге ветреное пятничное утро, а впереди у нас с вами выходные. На термометре температура 23, а днем нам обещают жару 29-31 градус, так что, возможно, мы сегодня побьем температурный рекорд 1938 года, когда в Петербурге было целых 32 градуса. К вечеру обещают небольшие дожди, поэтому, пожалуйста, возьмите с собой зонтики. Ветер сегодня дует северо-восточный, 6-9 метров в секунду, он весьма ощутим. Пока атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. До выходных рукой подать, так что сейчас я поделюсь с вами информацией о погоде в выходные. Жара уйдет. В субботу нам обещают 24-26, весьма комфортную температуру, а в воскресенье всего лишь 20 градусов. Так что, если вы собирались поехать на природу, завтра самый приятный для этого день. Ну и для любителей пикников расскажу о погоде в Ленинградской области. Во Всеволожске сегодня будет 25-27 градусов, в Ладейном поле 27-29, в Приморске 23-25 и в Луге 21-23. По всей Ленинградской области сегодня возможны дожди и грозы, так что, пожалуйста, берегите свои посадки от ветра и чаще вспоминайте Федора Тютчева. Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей, и раскаты громовые, все сердите и смелей. Ну, а я пока полью свои цветочки. До вечернего дождя нам предстоит целый день жары, целых 31 градус будет сегодня, напоминаю, и в выходные будет 24-26 градусов. Отличной вам пятницы!